Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как организовать ваш свадебный день. Это особенно актуально, если планируется не камерная свадьба для двоих, а свадьба с приглашением гостей. Обычно после ЗАГСа пара вместе с гостями едет на свадебную фотопрогулку. Но если у себя дома гости знают, что и где находится, чаще всего они на своем транспорте, то на Кипре они такие же гости острова, как и вы. Поэтому я предлагаю сделать фотопрогулку до свадебной церемонии, а уже после церемонии сделать фотографии с гостями. В этом случае вы будете на фотопрогулке полностью посвящены друг другу, вам не придется беспокоиться о том, где же туалет для ваших гостей, что им хочется пить, что им хочется сфотографировать на ваш iPhone и так далее. Если же этот вариант никак не вписывается в вашу программу дня, то второй вариант – это сделать для ваших гостей фуршет и какую-то шоу-программу. Это может быть коктейли, легкие закуски, музыкальные номера, танцевальные номера. Это поможет вашим гостям скрасить время до вашего возвращения с фотосессии и до начала свадебного ужина. Больше полезной информации вы можете узнать из нашей рассылки. Подписывайтесь.